Огонь, воду и медные трубы этим музыкантам проходить не надо, они спасатели. Огонь, вода – их стихия, а трубы, медные трубы – они возьмут на гастроли в Китай. Ансамбль Главного управления МЧС России по Амурской области «Звезда надежды» приглашен пожарными провинции Хэлунцзян для участия в совместном концерте перед огнеборцами Харбина. Мероприятие будет посвящено празднованию Нового года по восточному календарю. У нас было решение, что мы отправим свой ансамбль и оркестр в Харбин. Это мероприятие состоялось. Сегодня оркестр с ансамблем уезжает туда практически на 5 дней. Дают концерт по гарнизонам города Харбина. И я думаю, что в следующий раз мы дальше продвинемся. Коллектив состоит из оркестра и ансамбля. В нем принимают участие как профессиональные музыканты, так и штатные психологи, водители МЧС. С 96 года, момента создания оркестра, музыканты объездили с концертами все Приамурье. А вот в Китай отправились во второй раз. В репертуаре коллектива известные джазовые и эстрадные произведения. А теперь вот и 5 китайских песен пришлось подучить. Мы готовим специальную программу, которая состоит из произведений уже китайских авторов. Поэтому наши ребята поют на китайском языке. И инструментальные произведения у нас есть китайские, которые с удовольствием китайцы подхватывают, мы вместе поем с ними. Вместо новогодних каникул у музыкантов были усиленные репетиции. Тексты китайских песен переписывали русскими буквами, заучивали. Может и непонятно, про что поем, говорят артисты, но получается звучно. Джуни пхинань, о, джуни пхинань, жанна квайле, не даджани шэньбень. Звезды надежды вернутся домой через 5 дней. Вот тогда и узнаем, поняли ли китайцы, о чем пели амурские спасатели.